Всем добрый день! Сегодня хочу вам показать пахиру. Она была мной обрезана 2 недели назад по причине, в принципе, выглядело все симпатично, но она достигла критических таких размеров и могла бы побегами выдавить стекло нашего зимнего сада. Вот смотрите, вон там виден листочек засохший, то есть она упиралась уже в стекло, и чтобы не допустить какого-то такого нехорошего явления. В принципе, я такое видела и в ботсаду, у них тоже был такой инцидент. Растение выдавило за выходные стекло в теплице, поэтому, чтобы не допустить такого, я решила обрезать. Ну, пахира уже обрезалась неоднократно. Вот я ее обрезала на разных уровнях, каждый стебель ниже, выше, еще выше, еще выше, потому что она отрастать будет, если это будет такой щеткой на одном уровне, растение будет побегами затенять друг друга, они будут конкурировать за свет и будут, в принципе, развиваться неважненько, хило. На каждом побеге вот за 2 недели уже развивается почка. То есть стрельнули спящие почки. Где одна, где несколько. Так, где наша почка? Так, вот она. Здесь еще и вторая на внутреннем побеге. Так, и каждый, в принципе, побег стрельнул в той или иной степени. Этот еще лучше стрельнул, вот можете видеть, уже почка такая активная. Там, где просыпается одна спящая почка, она более активна. Там, где несколько, то они такие вот, как в этом случае, они поменьше. Здесь одна верхушечная, и в другую сторону смотрит другая, что, в принципе, очень хорошо, и они будут дополнять друг друга. Так, на нижнем вот здесь тоже, можете видеть, стрельнула почка, проснулась. Ничего в этом особенного нет, всегда на стебле, который кажется вот совершенно нам как бы безжизненным, до тех пор, пока он жив. На стеблях есть спящие почки, которые в любой момент могут проснуться. И обрезка – один из тех методов, которые стимулируют, чтобы почка спящая проснулась, и из такой почки развивается побег, следующий побег. Ну, а пахира пока выглядит вот таким образом. В принципе, стало пожиже несколько. Ну, все равно это неплохо выглядит, и другого варианта не было. Да, пахира укореняется только в тепличных условиях, то есть это должен быть ящик с легким субстратом, в который мы втыкаем наши черенки, обработанные каким-то стимулятором корнеобразования. И делаем какой-либо колпак, либо это бутылка, либо это кулек, то есть тепличка обязательно. И они укореняются, но, к сожалению, в воде этого не получится, поэтому только тепличка. До скорых встреч, друзья! До новых наблюдений!